Добрый день, дорогие друзья. Пятый день весны. Мы с вами находимся у лошадок. Вот наша серка 3 дня назад ожеребилась. Вот мы на ней пасем коровок. Вот сейчас мы их сюда отдельно поставили, чтобы до весны немножечко их подкормить получше, до ума довести. Вот сейчас вот поставили здесь всех, которые нам нужны для пасьбы. Вот Марфутка старушка здесь у нас. Вот. Ну это и сюда поставили назад Русланчика, папашу основного. Вот у нас лохматый перец. Ну также маечка тоже скоро ожеребится. Ну все. Всем пока.